Приготовим куриную печенку. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас есть свежайшая печень. Прямо вчера от курочки. И мы ее сейчас приготовим очень быстро, без всяких премудростей, но будет очень вкусно. Нарежем печеночку. Так вот. Посолим, поперчим. Готовим соус для нашей печеночки. Обжарим лучок, подсолим, добавим столовую ложку муки и быстро-быстро перемешаем. Добавим немного масла. Добавим петрушку, лавровый лист и обжарим все вместе минуты 3. Добавим 100 грамм воды. Добавляем еще 100 грамм воды. Добавляем сливочное масло, грамм 30. И перемешиваем как следует. Теперь нам надо решить, какой густоты мы хотим подливку. Если мы хотим густую подливку, значит оставляем так. Если мы хотим подливки побольше и пожиже, то есть более жидкую, тогда мы добавляем еще воды. Я добавляю еще воды, размешиваю и еще провариваю. Минут 5-6, чтобы у нас приготовилась наша мука. Печенку мы хорошо обжарили и сейчас мы ее погрузим в соус. Обжарим печенку, помещаем в соус. И как следует прогреваем ее в соусе. Печенка наша готова. Теперь можно и попробовать. Готовьте вкусную печенку, будьте здоровы и до новых встреч!